В 2018 году в Рязанской области пройдут две самые крупные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Будут избираться депутаты Рязанской городской думы и депутаты Скопинской гордумы. Для организации предварительного голосования в Рязани создан оргкомитет, в задачи которого входит прием заявлений от кандидатов, организация встреч и дебатов, а также информирование жителей о ходе праймериза. Задача, которую мы перед собой ставим, это привлечь максимальное количество людей с новыми, свежими идеями по развитию своих территорий, по развитию Рязанской области. В состав организационного комитета войдут 13 человек. Это представители разных сфер общественности, молодежи и средств массовой информации. Оргкомитеты будут сформированы и в муниципальных образованиях из числа общественников, членов и сторонников партии, а также молодежи. Региональное отделение партии проведет предварительное голосование в Рязанской области по самым открытым моделям. Любой человек может принять участие, которому исполнилось 18 лет, который не состоит в других партиях и не имеет судимости. Это принципиальная позиция партии «Единая Россия». Более того, для членов других партий мы также открываем возможность участия в нашем внутрипартийном голосовании при условии, что человек приостановит членство в другой партии. Поэтому и партийные, и беспартийные люди с желанием избираться, с желанием пройти предварительное голосование могут принять участие. Выдвижение кандидатов предварительного голосования будет проходить с 3 по 8 мая. Регистрация в течение 5 дней после подачи документов. Встречи с кандидатами начнутся с момента их выдвижения.